Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Артист Бурак Озчивит запомнился отечественным телезрителям после выхода на экраны известного киноромана «Королек, птичка, певчая». Также он известен еще по одной не менее яркой роли в многосерийной драме «Великолепный век». Красавец-актер родом из Турции. Кроме съемок в кино, он занимается еще и модельным бизнесом. О мужчине известно, что одно время он состоял в романтических отношениях с фотомоделью Джейлан Чапа. При этом отцом девушки является известный турецкий журналист. Но роман влюбленных не привел к браку. Они после нескольких лет общения приняли решение о разрыве. Виной тому стала постоянная занятость Озчивита на работе. Он уделял любимой недостаточно внимания, и она стала проявлять ревностные чувства. Хотя на тот момент ее подозрения были беспочвены. Артист хоть и познакомился во время съемок с исполнительницей главной роли Фахрией Эвджен, чувств к ней сначала не испытывал. Его сердце дрогнуло только в 2015 году во время съемок мелодрамы «Любовь похожа на тебя». Тогда-то он и влюбился в Фахрие. Актеры вскоре съехались и стали жить вместе. При этом Озчивит уступил девушке. Чтобы она не перевозила свой огромный гардероб, он переехал к ней, а свое жилье стал сдавать. Спустя несколько месяцев проживания на одной территории артисты решили пожениться. Жених предварительно познакомил возлюбленную со своими родственниками. Официально молодые поженились в июне 2017 года. Для поклонников пары это событие стало главной новостью века. Торжественное событие молодоженов произошло на выезде. Они выбрали для церемонии историческую виллу на берегу Босфорского залива. Хотя на мероприятии и присутствовали только самые близкие, поклонники все же смогли увидеть фото и видео. Ведь присутствующие гости щедро поделились ими в социальных сетях. Этот праздничный вечер потряс общественность своей масштабностью. Невеста успела покрасоваться в трех нарядах, сменяя одно шикарное платье на другое. Особо наблюдательные вскоре заподозрили семью в ожидании пополнения и оказались правы. В апреле 2019 года Бурак Озчивит и его супруга Фахрия Эвджен стали родителями малыша Карана. Он родился с весом 3 килограмма 600 грамм. Известно, что актер не побоялся ответственности и присутствовал рядом с любимой в момент появления на свет их наследника. А вам нравится этот турецкий актер? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться. Удачи!